Доброе утро. Доброе утро. Выспались. Завтрак у нас тут. Тяжело мы раскачиваемся, спать легли да. полпятого утра. Да-да-да. Танкисты наши еще в танки играли. Да. Опять у нас королевский будет завтрак. Что-то икра с яичницей будет. Скромная. А у меня овсяночка на воде. Завтрак по-королевски. Ричик ждет, что ему дадут. Ничего не дадут. У него есть. А у меня овсянка на воде. Это вкусно. Я когда ночью нажираюсь, у меня легкий завтрак. У всех легкий ужин, а у меня легкий завтрак. Ну, когда-то же надо разгружаться. Ну да. Хотя бы один раз. Хотя бы раз в денечек, да. Так, ну что, сейчас будем собираться в магазин? Сейчас будем Коле собираться, да. Я уже. Сейчас пойдем. Там как раз у нас сегодня метель, вьюга, как раз прогуляемся. Как раз посмотрим, да. По нашей зиме. Почувствуем колорит. Едем, Коля. Так, запотел. А вон Оля, я уже ее вижу. Камера запотела. Так. Нас и тут, и там показывают. Ты нас смотришь. Наша мама и там. Компьютер разрядился, я сюда с телефона уже Да. Кать, давай мальчишек отправим, пусть они в тир вон туда идут, постреляют. Да, мальчишки, вы идите, где хотите. Или куда, или погуляют. Тимуру как хорошо. Теперь возите Нессу не надо. Да, 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 теперь два шага и на шага. Давай знакомиться. Привет. Да, рада, что лично с тобой познакомилась. Мы за покупками. Конечно, а что же я? Ой, такие с мороза холодненькие. Ага. Да, там вроде... такой... А там не мороз, кстати, там такой ветерочек, а так тепло очень. Я сегодня по сугробам походила, в Инстаграм выложила. Я сегодня без машины. Дважды вчера меня откапывали, поэтому я решила, сегодня я не буду уже рисковать. Вчера видела в трансляции, сколько заказов девчонки заказали, сейчас будем брать. Вот эту вот Мурану, которая новая, вот эта крапинка пришла. Да, вот эту крапинку, девчонки все хотят, да. Да-да-да, вот, ага. Как раз, да, вот прям та, которую мы на формуле видели. Сейчас будем выбирать. Без камер мы теперь никуда. Нет, сейчас выключим. Меня и так заругали, что я ничего не снимаю. Я иду по дорожке сегодня, вот так вслед за мной. Чувствую, что вроде кто-то идет, а сама снимаю. Говорю, я только что девушке вам сказала, что пройти негде, а я с этими сумками на почту. Тут мужик меня обгоняет, ну ничего не сказал, думаю, она еще в этих сугробах снимает. А сугробы вот такие вот, реально, ужас. Ну да. Как раз... Я заказывала вот такую погоду, чтобы Катя прочувствовала наш оренбургский колорит. Да, чтобы всю хорошую зиму посмотреть и насладиться. С новинкой на шее. Да, я с новинкой на шее, да, я в этом в самолете связал, пока летела. Представь, как у нее руки быстро работают. А я вчера у нее уже погуляла по страничке. У меня там Галина на меня подписана, и у меня пошло от нее это. Смотрю, она пишет, что вы в трансляции. И я потом раз перешла к тебе уже. Да-да-да. Тоже посмотрела, как вы там путешествовали. Чайнички. Улиточки. Красиво. Классные. А это кто делал улиточки? Это Катя Мандриан из Медногорска делает. Наша рукоделие. Да. Красивые. У Оли пришли новинки от Жар Птицы, от МП Студии. Да. Вот для оренбургских девчонок. Приходите. Адрес оставлю я под видео. Кармашки, кармашки. Суккуленты. Да. Девчонки мне подарили кармашки, а мне вот это еще нравится. Да, как красивый кармашек. Я, вот так, я такого на формуле не видела. Я люблю же цветы. Да, цветы классные. Если буду Василисе, да, куртку? Да, на джинсиках или на джинсовочке вышьешь, вообще будет классно смотреться. Да, это я Они возьму. Розовенькие. Это моя тема. Так, я сейчас посмотрю в своих запасах, если у меня нет суккулентов, я эти обязательно возьму. Вот это мне подарили. Да, девочки. У меня тоже сова есть. Енотик. Дракош. Это новинка, да. Да. Угу. Вот у них, видишь, хвостик вышивается, да. И, вот и игуана, да.
Я вот своему сыну хочу, у меня будет дракон рожден, уже показал, он говорит, ну ничего, прикольно. Так, я сейчас еще насчет игуаны подумаю. Вот эти перья очень красиво смотрятся. Они, да, у Марины, они отшитые, я видела этом, на футболке. Я все такие же взяла. Цвета очень нежные, красивые, классно смотрятся. Кстати, Танюша ко мне приходила, у нее вышито. Вот она прям пришла в этой рубашке, я в сторис выкладывала. Ага, надо в этот еще посмотреть, может, пропустила. Сейчас я девчонкам быстро пролистаю. Да, да, да. А мы потом с тобой еще посмотрим. Вот эти две новинки. Уже девочкам спрашиваю. Да, 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 единорог, да, и такой хиповый жирафчик. И вот такие еще новинки приехали. Да. Ой, шиповник классный, я тоже не видела. Вот малина классная, ага. Клюква. Клюква у меня есть. А вот Татьяна Айзекс, она вышла на, по-моему, на синем. На темном фоне, да, красиво. Да, они же ягодки светлые, да, и на синем классно прям. О, черника у меня тоже есть. Мне кажется, у нее щеки такие надутые, как будто она что-то хомяк, да. Прям наша тема. Ой, лошади. Вот тоже. Да, тоже красивая. Курасаны с кофе. Это вот, да, прям гжель, да, вот этот. А мне вот этот нравится, классный, все равно мне нравится. Так, я пока отложу, я еще подумаю. Всеми любимый олень. Да. Девочка какая красивая. Вот эта девочка мне тоже нравится. Но я на 18-й много не хомячу. Тут 18-я, да. Ну, работа большая, они, да, у меня медленно они двигаются на 18-й. Я их каждый раз откладываю на потом. И вот тут новиночки акварельные. Так, а это тоже МП? Это МП-студия тоже, да. Акварельная. На равномерке, да, акварельная но серия. Твоя любимая Линда. Да, Линда. Да. Только Линда белого цвета. Но я вот как-то не очень акварельные рисунки. Бывают единичные, мне очень единичные нравятся. Единичные, мне вот эти понравились. Ну да, но они не совсем акварельные. Ну здесь акварельные, да, только вот фон такой как бы. А сами лисята классные. Это я в подарок на Новый год получила. Птичка тоже классная. Физалис. Ну вот физалис совсем акварельный. Как-то вот он, да. Да, красивый. Вот Таня тоже вышла уже вот это у нас. Она осенний привозила. Ирисы классные. Маковые. Вот опять же вчера тема поднималась. А новинки-то я сейчас сложила, получилось по производителю. А это бисерные. Это бисерные по студии, я ни разу не видела. Ух ты! А у них как там нанесенный этот, ну, канва с рисунком, да, вот или немножко видно. Принтованные. Вот принтованные, вот, да, да, да. Ага, понятно. Кстати, я много принтов потом классно. Посмотреть от них привезла именно под бисер. Угу. Тут красивый набор уже с бисером. Красивые. И мне, чем у них принты понравились. Тяжелые такие. Вот здесь вот на пластике. Новиночки на пластике. Кстати, да, у них вот не совсем понятно. Они матрешки. Иногда в маленьких упаковках. Италия. А некоторые вот здесь на пластике в больших упаковках. О, яичко. Ну, это вот это красиво, классно. Да, классное яичко. Мне из новинок. А оно двухстороннее, да, получается? Да, да. Ну, либо ты вышиваешь два, ну, вот два, я на ну, Новый два, год шары да, вышивала. Я шары тоже в этот новогодний два сделала, и все, прикольно. И подарила. Ну, один себе, а один подруге, а да. А я двухстороннее делаю. О, ой, вот этот набор это классный, вот да. Этот пасхальный. Ой, да, вот эта единорожка суперский. У Кати Алексеевой я его увидела отшитым. Такие цвета волшебные. Вот правда, как радуга. У меня есть такой. На этом. Да, я тоже себе закупила. Здесь вот у них картинка, у них, ну, как цвета такие бледные, а ниточки безумно красивые и яркие. Эти кубышки, или как там правильно? Ну, это, да, обереги. А, обереги, да, ага. Ниточки розовые прикольные, новогодние шарики, новогодние, да, остались, ага. Вот это тоже красивая матрешка получается. Дед Мороз, шарик. А здесь тоже
какие-то игрушки. Вот, кстати, да, вот эти вот игрушки сейчас, а совы есть, нету? Да. Новые? Да. Я купила себе, вот это вот у них новая комплектация идет, я сейчас прям 3 секундочки время займу. Новая комплектация, здесь вот вроде жар-птица, но у них такая же черно-белая схема, ну как серая все ее называют, но она большая, она идет вот так вот во весь лист, и она очень подробная, и нет больше там этого. Так это не на пластике? На пластике. Только они большие, да. Вот они размер у них огромный. Да, 19x11. Огромный размер. Угу. Но вот мне что понравилось, они сделали вот схему, увеличили, она стала крупнее, значки большие, и все хорошо видно. Угу. Больше нет, не сливается все в одно, как раньше. Ну, они и подставки так большие сделали, вот такие. Ну большие. Да, а куда их? Маленькие, вот то, что обережки вот были, вот этих, а для больших. Что-то вот сделали такие. Побольше подставки. Ну, конечно, да. Что, куда такое? Ты привезла, да, и подставочки? Да, вот эти совы, да. Да, я купила себе этих сов, они обалденные. Оля! А у тебя же, помнишь, была такая акция за отзыв 200 рублей скидка? Да. Ты мне сегодня сделаешь? Конечно. А я тогда возьму. Еще возьму. Ой, а вот этот тоже классный. Но они по сезонам идут. Да, там 4, там 2 мальчика и 2 девочки. А, и вон мальчик. Но мне, кстати, не все нравятся. Мне нравятся только вот цветочки и вот этот. А мне мальчик понравился, пират. Я вон ту девочку взяла и пирата. Да, вот, нет, следующий пират. Вот, я вот такого пирата взяла. Эти небольшие, вот они нормальные. Да, это обычные, это обычные, да. Я их на елку, вот эти все игрушки, как игрушки я делаю. Ну, в общем, да, сегодня хорошо пришло. Хороший. Ну, и канва вот еще. Ой, это Мария Искусница, смотри какой. Как сэмплер, да, что ли? Да, похож, кстати, на сэмплер. Ага, классно. На равномерке тоже, наверное, на линии. Нет? Аида 14. А у них у Марии Искусницы очень много на равномерке. Угу. Да. Классные. Супер. Здесь немножко Канва новая дизайнерская тоже пришли, расцветки. Вот обратите внимание по артикулу. Она бывает 14 каунта, вот стоит КД 14. Если просто КД, то это 18 каунт. Всего 2 каунта, 14 и 18. Это дизайнерский. Вот это большой размер. Это вот. Большой размер. Как 2 листа А4 получается, да? Да. А3 формат. Угу. Вот еще такие вот листочки тоже. И вот здесь вот маленький формат. Вот также это они делятся. Да, вот 18, видишь, 14 вот такой вот. Угу. Мороженки, вот такие вот листочки. А также рисунки на габардине для бисера. Угу. Чем мне понравились эти рисунки, бисер различный уже подобран. Производитель указывает Пресиозу, Гамму, Златку, Тоха. А здесь просто цвета написаны. Угу. Там оранжевый, коричневый. То есть уже большой выбор, и животные, и пейзажи, и автомобили, и морская тема, вот маяки. Все это уже на сайте, можно посмотреть, выбрать. А это цветочный, да, сюжет? Да, здесь цветы, натюрморты, такие, это вот триптих, но это другой производитель, это вот МП-студия тоже. Цвета не пугайтесь, как бы картинка тут вот небольшая у них есть. На вот, обрати внимание, видишь, розы. Вот, то есть кажется, что это темные какие-то цвета, а на самом деле яркие, вот синие. Это специально нанесено, чтобы было удобно. Ну, ты бисером вышиваешь, да, поэтому да. Ты знаешь. Угу. Чтобы легче различать было. Вот для оренбургских девчонок показываю, и здесь же бисер есть, можно подобрать. Да, я подготовки помогаю. У кого сложно с подбором, то я помогаю. Бисер подобрать и нитки. У меня даже иногда берут эти бисерные рисунки и нитками вышивают. То есть тут уже люди. Тут уже как, кому как удобно вышивать. Кому что нравится, да. Девчонки запали вот на эту Мурана. Мы вот сейчас берем. А, вообще на новогодние сюжеты. Вот здесь вот как будто снежинки падают.
очень красиво. И на морские сюжеты. Вот, наверное, на Мирабили, русалок, да, всяких вот берут. Вот, и нам девчонки очень заказывали. Очень красивый пановский кит подошел. Угу. Прям вот ниточки приложили из набора, прям очень хорошо сюда. Голубой получается более ходовой, чем вот этот розовый, но да? Он даже не голубой, он же бирюзовый какой-то. Он такой, нежный, да, нежный цвет. Серо... Как-то он серо-голубой, да? А вот мне нравится, что приглушенный, что да, не яркий. Да, он приглушенный, не яркий. Угу. Очень красиво. Вот поближе сейчас эти покажу. Снежинки. Я их снежинки называю. Они разного размера. Вот горох мне не нравился, а вот этот очень нравится. Зашли с таким. Тимур пришел, да? Тимур, это ты мне подарил на День влюбленных. Помнишь, ты мне обещал от Гаммы этот станочек, а мне же Катя его привезла. Поэтому ты мне вот сейчас вот это дари. Я уже рассчиталась. Нормально. Скажи, поздравляю тебя, любимая жена. Поздравляю тебя, влюбленных. Спасибо. Я рассчиталась, но ты мне дари. Да, вот так у нас обычно подарки дарятся. А вы спрашиваете, что Тимуру подарила. Пойдем потом выбирать Тимуру подарок, что ему нравится. На 23-й? А? Да, скоро. Только у тебя еще на день рождения подарок не куплен. Уже 23-й. Оля, можно мне еще подставочки? Ты подставочки, да? Да, я беру вот эти вот подставочки. У меня же два совенка, девочка и мальчик. Угу. Вот, и я возьму такие подставочки, чтобы они у меня стояли, украшали. Угу. Дома. Большие или маленькие? Большие, большие. Я теперь тоже два совёнка. Два совёночка красивых, да. Я выбрала две девочки. Пусть будет две девочки. Что-то мальчик. А у меня девочка и мальчик. Пара. У меня тоже может пара. У меня намек. Я и муж. Я такая вся принцесса в этих цветочках, а он пират. А у меня без намека, просто пара. Просто пара. Две девочки, там еще был мальчик, а мне нравятся эти две девочки. Я же люблю цветы вышивать. Современные, вот. Вот Тимур меня понимает. Там глаза разбегаются, там даже не знаешь. Вот Инесса меня отругала, говорит, ты что не снимала? Ты же на один день еще. Да, на один день. Мне все говорят, ты что ты тут два дня? Я говорю, а чем первый день вообще успеваешь? Да, да, ходишь там, рот открываешь, глаза на все разбегаются, столько красивого. Плюс еще, ну, сейчас же уже, ну, там, больше всяких девочек, знаешь, ну, вот с Ютуба, там, блогеров, да, кто там, или в Инстаграме, кого-то увидишь, там, хочется подойти, поздороваться, там, познакомиться. Мы так с Викторией Бонд сели за один стол перекусить. Я говорю, а я вас знаю, ну, мы с ней разговаривались, пофотографировались, пока покушали. Потому что с Ольгой Соло Хобби я встречалась по заказу своей сестры. Она мне написала, говорит, ты мне привезешь автограф и фото с ней. Да. С Наташей Гевки тоже мы вот встречались. Ну, это мы с ней уже давно общаемся и ВКонтакте. Да. У Наташи был целый мастер-класс у Риолис, да, она там два часа у нее, вот, ну вот в первый день, я не знаю, как, ну все дни у нее были, но вот в первый день у нее мастер-класс начался вот этот, на стенде Риолис, она прям там показывала, как ровные крестики делать, все так это. Мне надо было туда попасть, у меня ровные не получается. Интересно, она, ну, рассказывала там основы вышивки, ну для новичков как бы завлекала в наше сообщество. Ой, Тимуру тут тоже что-то приглянулось. Что ты тут нашел? Ну, надо же. Номер увидел? Так это брелок. Нужно номер нашей машины. Я, кстати, всегда забываю номер нашей машины. Тебе надо такое? Я тебе вышью. Я помню номер машины. Помнишь? Тебе не надо? А доброго пути. И вот видишь, тут написано. Потом. Но он, кстати, будет... Он двусторонний. На одной стороне доброго пути, а на второй номер. Это на пластике? Да, на пластике. А я еще хотела сказать, как ее стирать, руками-то затрется. На пластик, наверное, легче стирать. Да, а что, я там просто намылила. Ну да, намылила и все. Мыльной водичкой потер и все. Надо. Я, кстати, своему ребенку стирала. Да. Да. Давай тебе на 23-й подарю. На день рождения. Дешевый подарок, а на 23-й в самый раз. А что, опять носки? У нее двое наушников. Носки и брелок. Ага. Да, игра в компьютере. А у тебя где брелок? Ой, тут пьем чай. Это просто вот я ему сделала. У тебя вообще нет брелка. Подушки из кедра. Нет, да. Вот.
18. Конечно, конечно. Что, вышит, да, что ли? Да, намыли рукой вот так, а еще думай. Ладно, потом надумаешь, возьмешь. Вот еще вам покажу полотенчики. Смотрите, какие красивые. Все с вышивками, с аппликациями. Кто ищет подарки к 8 марта, вот приходите сюда. Есть банные полотенца. И вот такие вот еще. И постельное белье для ребятишек. Вот у меня. Постельки привезла? Вот, ну тебе просто неудобно, ты небольшого роста. Вот. Вижу. Это полутораспальная уже такая, ну, детки побольше. А вот это вот для маленьких, маленькие постельки. Угу. Для твоей Василисы. Угу. И пряжи еще ассортимент, да, расширяешь? Что-то Тимур тут набрал вместо брелка. Он решил, девочек, пора. Это ты любимой жене решил добавить? Да. Давай, точно, любовь, смотри. Полотенчик мне нравится с вышивкой. А это ты мамам на 8 марта набрал? Мамам. Кстати, видите, у Оли теперь есть вот такие наборчики с вышивкой. Теперь уже нет, мы все забрали. Ну ничего, Оля еще привезет. Давай нам считай. Это Тимур покупает, то я купила, это Тимур. Да. Ты знала, меня... Оля, когда к нам ближе переезжала, что мы у тебя постоянно... Теперь у меня терминал здесь стоит, так что можно... Можно карты рассчитаться? Да. Отлично. Отлично. Теперь без карты никуда.